Крестьяне поддержат горожан после девальвации. В 6 социальных павильонах цены на продукты питания остаются на прежнем уровне. Эмторы Абдина побывала там. Главу крестьянского хозяйства и просто филантропа из Бухаржавского района Амана Кадырсизова мы встретили в одном из социальных павильонов в центре города. Аман как раз завез новую партию мяса из своего подворья. Патриот и просто гражданин своей земли не стал завышать цены на продукцию и философски относится к девальвации. Ну а что делать? Теперь, если кто-то играет на чем-то, это не значит, что мы должны играть. И, то есть это социальный павильон, это то все для народа. А вы здесь аренду что-нибудь платите? Платим. Сколько аренды? За вот этот павильон 60 тысяч. На фоне повышения цен на продукты питания и промышленные товары власти настроены оптимистично, уверяя общественность, что все, кроме доллара, под их бдительным контролем. Ситуация находится стабильно в городе Караганде. Существенных каких-то необоснованных скачков цен на продукцию первой необходимости, на социально значимые продукты питания не произошло. Значит, ситуация стабильна как у оптовых поставщиков в супермаркетах. Продукция на бакалейную продукцию, особенно плодовочная продукция, она сегодня цены стабильны. Резких скачков необоснованных сегодня нет. Пенсионерка Анна Драгайкина – постоянный клиент социального павильона. Говорит, уже третий день не может своим домочадцам приготовить борщ. С полок павильона исчезли несколько видов овощей. В овощном отделе третий день прихожу, нет лука. Неполный набор овощной продукции для нас, пенсионеров. Про яйца здесь были, да, дороже были, по 190, 160. Вот я сегодня смотрю, 140. Будут ли подниматься цены на продукты питания, покажет время. АМТОРА, Абдина, Диас Нурмуханов, Бауржан Ермакамбетов. 5-й канал.